Тише. Как ты сюда позвал меня ломать? Ты скажи ко мне. Тише. Кто тебе сюда позвал сломать? Правильно сказал. Ты кто такой, а? Ты и так сломан. Ты хочешь меня сломать? Ты сюда сломать. Чтобы такого не было, надо отпустить человека. Отпустить туда. Он меня хочет сломать. Ничего не сломать. Пускай выйдет меня сломать. Ты кто такой? Ты что материшься? Ты? Кто тебя сюда позвал? Ты кто материшься? Ты молодой человек. Нехорошо ведет. Ты слышишь, ищак ты сам, понял? Кто ищак? У меня ищак еще маленький. Кто ищак? Ты слышишь? Это вы вот собрали людей, чтобы в федеральный совет Ишаком обозвали, что ли? Клоун, да. Вот ты клоун. Я сказал, что ты сказал? Кто? Что сказал? Кто же ты слышал? Послушай. Как маленький ребенок. Какой маленький ребенок? Ты кто там? Кто тебя сюда пустил? Ты можешь свое имя фамилию назвать? Я в списке Хеслера. Послушай, вы, ваше дело. Ваша фамилия моя. Я не понимаю, вы кто-то не. Ты вообще кто такой, что меня не пускает? Вот полиция стоит, а ты кто такой? Полицейский не устаживает. А ты кто такой? Полицейский не устаживает. А ты кто такой? Скажи мне. Я хочу, чтобы вы не высказывали за наш адрес, да. Не культурный, не цензурный. Это твой обзыватель, а Ишаком называют людей. Послушай, ты просто ведешь себя не подобаешь органу. Взрослый человек. Слушай, дорогой. Взрослый человек. Ты сейчас не сажаешься такой. Играешься на публику, уже взрослый человек. Не сидит. Как тебя зовут? Я у тебя спросил, как тебя зовут. Я могу сказать. Поймы, ты что отсюда собрали, да? Не принимайте решение, да? Ударная сила, это смерть.